Приветствую вас, уважаемые зрители моего канала. Сегодня хочу поделиться с вами очень-преочень вкусным рецептом курочки по-кавказски. Также это блюдо называют курица по-осетински, по-кабардински, по-адыгейски, но мне проще назвать ее курица по-кавказски. Очень люблю кавказскую кухню, люблю ее готовить, люблю есть и делиться, друзья, рецептами с вами. Что нам понадобится для приготовления? Для приготовления курицы нам понадобится, конечно же, сама курочка. Я использую бедрышки и голень. Можно также использовать крылышки или использовать целую курицу, но ее придется вам делить на кусочки. Использую 4 средних луковицы. Приправы. Из приправ использую аджику, мелис цунели и соль. Растительное масло, 15% сметану и 10% сливки. Ну а теперь приступим к готовке. Готовить буду в алюминиевом казане. Сразу выкладываю сюда окорочка и бедрышки. Высыпаю специи. И руками очень хорошо все перемешиваю. Вымешиваем все очень хорошо, чтобы все приправы у нас были задействованы. Примерно минут 15-20 дадим нашей курочке промариноваться, а пока подготавливаем лук. Лук нарезаю не крупно и теперь его обжариваю в хорошо нагретой сковороде. Теперь хорошенько его обжариваем, пассируем до золотистого цвета. Пока наш лук жарится, также включаем жариться и нашу курочку. Включаем газ и хорошенько обжариваем нашу курочку также до золотистой корочки. Курочка потихоньку поджаривается. И начинаем ее помешивать, переворачивать, чтобы сильно не горело с одной стороны. Очень аппетитно пахнет, друзья. Запах приправ. Так, очень-очень ароматно. Ароматное блюдо. Чем мне нравится вот эта курочка, друзья, тем, что рецепт очень простой, очень быстро готовится, но при этом очень-очень вкусно получается. Рекомендую попробовать. Пока жарится наша курочка, пожарили, лук подготовили, и теперь ожидаем, когда курица поджарится со всех сторон. Курочка потихоньку приобретает нужный нам цвет, хорошенько поджаривается. И главное, смотрите, чтобы она равномерно прожарилась, немного подворачивается, чтобы сильно не подгорала. Но получается очень красиво и аппетитно. Когда наша курочка приобретет такой вот золотой цвет, золотистую корочку, выкладываем наш лук. После этого выкладываем сметану. И выливаем сливки. И все хорошенько перемешиваем. И примерно протушиваем на маленьком огне 20 минут. Такая вот получается у нас вкусная курочка в очень-очень-при-очень вкусном соусе. Хорошо перемешав нашу курочку в сливочно-сметанном соусе, тушим ее теперь 15-20 минут.
Накроем крышечкой и дадим хорошо-хорошо протушиться, чтобы она наполнилась вот этим всем ароматом. Для вас, друзья, прошла секунда, для меня прошло 20 минут. Как видите, курочка очень аппетитно, сочно выглядит. Теперь выключаю газ и минут 15 еще дам постоять под крышечкой, потомиться, набрать больше вкуса. 15 минут, я думаю, нам вполне хватит. Наше блюдо, друзья, полностью готово. Как аппетитно, вкусно оно выглядит. И вы не представляете просто, если вы не пробовали это, какой аромат стоит. Пряный такой. Сейчас попробую. Рекомендую, друзья, приготовить вам. Блюдо готовится очень быстро, без проблем. При этом получается очень нежное, вкусное и ароматное. Подписывайтесь, друзья, на канал, если вы еще это не сделали. Самая большая для меня благодарность от вас – это подписка, репост в соцсетях, делитесь со своими друзьями. Всех благ вам, вашим близким. На этом я заканчиваю свое видео.